With fame, everybody know my name when I come through. But don't nobody screaming like you. I was having visions with you, doing things, switching lanes in the Beamer with you. And swimming in deep water saved me from my sorrow. Swimming in скрещивать. Извините, не буду. За деньги. Направляюсь во Вкусвилл за едой. Сегодня проснулась сама, без будильника в 9:47. Безумно рада тому, что сегодня не проспала все, что можно. Потому что я ненавижу просыпаться позже 10. Примерно вот. Не знаю почему, просто кажется, что я могу вставать раньше и делать больше за день, чем если я сплю чуть дольше. Thank you.
сегодня наш первый день в Грузии. Присели, значит, отдохнуть, потому что в Грузии очень жарко сегодня в Тбилиси. И все время, пока мы тут будем, тоже будет очень жарко. Maybe I'd never know your name. But still I'm filled with fascination. And as the platform falls away, I wonder where we'll go. Просто вы можете это... Блин, это вообще не передается. Вот вообще не передается. Очень высоко. И очень красиво. Fucking... I don't have any words to describe my emotions. I think, but no, I don't know how you see Georgia from like Russia. But you know, in most parts of Western Europe, we see Georgia as this. Maybe we, in another life, could fall in love, have it all, and chase our daydreams. But here we are. Sat across from one another on an empty train, getting lost in thought. Maybe I'll never know your name. Still I can picture us a thousand ways. And as you leave, mind astray, could it mean something, or am I lost in the view?
по нашему району. Последний день. Да? Да. Крайний вот, день, да. Не последний. Крайний, да. Крайний. Да. Мы не прощаемся, а говорим до встречи. Вообще, сейчас Лиза не совсем даже хотела идти гулять, и мне пришлось с ней провести беседу о том, что... Разумительно. Что это наш последний вечер, и нам его не стоит терять. Partout, je t'imaginais tout le temps. Je me rappelais de tes bisous qui sentaient les champs. J'avais ton parfum comme seul somnifère. Все, мы с Лизой уже возвращаемся в Москву. Будем буквально через часов 6, даже чуть больше, уже в столице. Мы научимся когда-нибудь. Это вот и не то мы планировали. Ну, там, в общем, должен определенно, быть, да. Огонёк, получается. Покажи. Я такая, как бы, покажи сигареты. Сигареты. А вот. Тут я рот открыла, как рыбка Немо, а у тебя тоже что-то непонятное выражение. Так еще и огонь не видно. Это полный провал. Это имитация, Лиза, это просто имитация. Это как-то не по-настоящему даже выглядит. Просто. Ну... Главное, что мы знаем, мы что мы хотели, что задумка была такова. Ну, я недовольна. Кстати, я могу видео вставить, типа, что мы ожидали и что вышло. Можно. Смотрели этот влог, но я еще хочу сказать буквально пару слов про эту поездку. В этом влоге я говорю мало. И, собственно, считаю нужным что-то прокомментировать. Очень понравилась эта поездка, очень понравилась страна. И, честно сказать, когда я ехала в Грузию, я не знала, чем меня эта страна может впечатлить и может ли вообще она меня впечатлить. Я не строила никаких ожиданий, но я понимала, что поездка будет классной, потому что, как минимум, мы ехали с Лизой туда, и это уже автоматически означало то, что все будет здорово. Я знала, что в этой стране есть хачапури, хинкали, вино, горы, и все это все, что я знала про эту страну. Но эта страна мне показала гораздо больше, чем я ожидала увидеть, точнее, чем я могла увидеть в целом. И очень впечатлила культура страны, очень впечатлило то, что люди, которые живут в этой стране, они очень любят то место, где живут. И в целом люди более открытые, более дружелюбные, чем в нашей стране, лично по моим наблюдениям, привлекала культура этой страны. Я, честно, когда уезжала, когда ехала в поезде, когда мы уже приехали в Владикавказ, и у меня не было понимания, почему я не там, почему я уехала. Я очень сильно привязалась к этой стране, как бы это может быть... Странно, непонятно не звучало, но это действительно так. Я максимально под впечатлением. Абсолютно точно, что я туда вернусь, потому что мы посмотрели, мне кажется, 1/10 от всей страны, если не меньше.
и это отличный повод для того, чтобы вернуться. Просто у меня большое желание возникло жить там и жить там среди такой красоты, среди гор, среди людей, которые очень сильно, как я сказала, любят свою страну. А это меня сильно удивило, сильно поразило. И я просто влюбилась в эту страну, честно. И я очень рада, что я сделала этот влог, и я очень рада, что я в целом много снимала, много фотографировала для того, чтобы просто это все пересматривать. И самое главное, это действительно то, что мы еще сходили на концерт «Пошлой Воли», который я сейчас так сильно слушаю после этой поездки, которую я просто слушаю на репите и слушаю ее. У меня просто флешбеки с Грузии, флешбеки с этого концерта. Я еще очень много готова говорить про эту страну, и действительно, она прекрасна, и кто не был там, блин, вы реально много теряете. И знаете что? У меня даже такие мысли возникают, что, блин, вот я пережила вот это вот все, я увидела это все, и хочется просто стереть это из памяти, чтобы заново впечатлиться. Не то чтобы я не впечатлюсь потом, но просто хочется опять вновь эти эмоции прожить, как в первый раз. Забыла еще сказать самое важное. Я очень ценю людей, которые готовы со мной хоть куда, хоть когда, хоть во сколько просто взять и уехать. Я очень благодарна Лизе, которая реально согласилась на эту авантюру. И когда мы выбирали место, куда можем поехать, я просто подумала про Грузию, потому что много кто там бывает. И я, честно, лично я до последнего думала, что, ну, мы не поедем туда, а я просто хотела еще сходить на концерт «Пошлой Молли», потому что я начала слушать. И я просто решила посмотреть Тбилиси, и там эта группа, и я такая: «Черт, Лиза, если мы не поедем, то мы просто проиграем эту жизнь». И я долго сомневалась, ехать или нет, очень долго, и реально, если бы не Лизина решительность в каком-то плане, то, мне кажется, я бы не рискнула поехать за границу. Просто очень ценю то, что у меня есть такие люди, которые всегда готовы просто взять и сорваться куда-то. I should've known better, and I can't feel no.